По данным ВЦИОМ и ФОМ, они считаются подконтрольными власти, за неделю с 21 по 27 июня электоральные рейтинги «Единой России» опустились ниже 30%. ВЦИОМ дает партии власти 28,7%, ФОМ 29% ровно. В падении рейтингов «Единороссы» не видят большого негатива. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партийные рейтинги претерпели не снижение, а коррекцию на величину статистической погрешности. И эти незначительные отскоки связаны с сезонными колебаниями и распространением нового штамма коронавируса. «Мы как партия, цитата, консолидированы. Мы вместе сделаем все, чтобы пройти через этот непростой период». А теперь без иллюзий. Итак, мне кажется, что даже этот рейтинг очень завышен. То, что говорят люди, не всегда совпадает с тем, о чем они думают на самом деле. Просто потому, что боятся сказать правду. Полагаю, что реальный рейтинг ядра где-то в районе 10-15%. Конечно, единороссы не видят в этом никакой трагедии. Нужно же сохранить хорошую мину, объяснить это сезонными колебаниями, погодными аномалиями, статистическими погрешностями, Украиной, пятой колонной, иностранным вмешательством, но никак не феерическим результатом своей деятельности. Когда морковка стоит почти 100 рублей, а ЖКХ и промышленность просто в руинах. Граждане единороссы, ваша партия давно мертва, и вы сами прекрасно об этом знаете. Вы никогда не сможете ее оживить. Ваше время ушло безвозвратно. Вы останетесь в российской истории грязным отвратительным пятном.